Итак, садоводы общества «Вишня» очень обеспокоены тем, как проводятся ремонтные работы дороги. Очень переживают, что деньги вот будут на ветер просто. Ну, во-первых, может быть, неправильно в этом плане, что информация. Естественно, если кто-то думает, что там будет сделана дорога, асфальт и так далее, это нету таких средств, не было. И сегодня проводится просто на этой дороге называемый мелкий ремонт. Ремонт есть у меня даже опись, которая сделана. То есть это называемая обыкновенного ремонта опись, которая требуется по правилам дорожного фонда, который потом тут деньги с дорожного фонда. Конкретно там будет проводиться примерно около километра расстояния. Это обновление, исправить эти ямы, которые есть, и просто проводится, ну, будем говорить, как там, песчано-гравийная дорога будет. И те работы, которые сейчас выполняют, я был сегодня на объекте, они ведутся, конечно, там есть недоделки, ну, технический надзор, который ведется над этими работами, были сделаны замечания, и даны указания, которые в этом плане должны устранить. Ну, я думаю, во-первых, даже там, если с улиц ехать со стороны дороги атомной станции, там стоит и знак, то есть это что объезд, там должны ехать по улице Петришкис. Но мы потребуем то, что будет, эта дорога должна быть выполнена, ну, тех объемов, которые была куплена. Да, выполняет работу, скажем, это наше предприятие Высогинское, Высогино, Текемастерстатиба. Ну, они участвовали в конкурсе, победили с наименьшей ценой. У них срок выполнения работы 2 месяца с момента передачи объекта. То есть объект был передан в начале октября, после того, когда была сделана опись этого упрощенного ремонта и согласована. Ну, за этот месяц работы должны быть выполнены. А смета какая там? Стоимость, которая была, смета, с которой выиграл подрядчик, 24 844 евро 30 центов. Это деньги из дорожного фонда? Да, это деньги из дорожного фонда, но там, в принципе, финансирован как основные деньги из дорожного фонда и часть денег с направления. А вы говорили, что вот им было указано на замечание. А кто обратил внимание на какие-то недоработки? Или сами жители, или администрация? Не только жители, но и жители. Я очень доволен, что есть у нас активные жители, что вовремя, ну, они более чаще, может быть, там ездят и так далее. То есть это самое приятное, что звонят, что иногда и есть повод отправить, то есть наших специалистов для проверки. Сам я был не раз, наверное, 2 или 3 раза, то есть в этом объекте. Я очень рад, что жители беспокоятся, садоводы, чтобы там была дорога. Говорю, единственное, что по этим объемам, которые есть, что надо понять, что эта дорога не будет, то есть асфальтовой, там просто даже в некоторых местах идет срезка, то есть убрать асфальт, например, и было предусмотрено около 20 кубов, которые было, ну, потому что нельзя на асфальт ложить эти песчаные покрытия, будет ну, плыть по требованиям специалистов. Я надеюсь, что эта дорога, которая в первом этапе будет сделана, в перспективе, конечно, должна быть асфальтирована, чтобы нормально. И вообще-то проблемы садоводческих товарищей с дорогами очень большие проблемы. Вопрос – деньги. Их надо будет искать.